19.06.2021 года, около 9:10 утра. Девушка 1990 года рождения, управляя автомобилем Сузуки, двигалась в городе Минске по проспекту Дзержинского, 119. Совершила наезд на автомобиль Opel, в результате чего автомобиль Opel, начав движение, совершил наезд на остановочный пункт. Данных ДТП пострадавших нет. В ходе медицинского освидетельствования было установлено, что девушка находится в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка в ГАИ Московского района города Минска.